В мае следующего года сотни тысяч украинских школьников пойдут сдавать внешнее тестирование. Те, кто покажут лучшие результаты, сумеют попасть в самые престижные высшие учебные заведения страны. Многие абитуриенты уже определились с выбором будущей профессии и пришли на день открытых дверей в Национальный университет Одесская юридическая академия поближе познакомиться с вузом, где они хотят получить высшее образование. Авторитет, наверное, сыграл какую-то роль все-таки, как-то и реклама все-таки. Ну и плюс у меня знакомые есть, кто учили здесь и говорят очень хорошо, хорошие отзывы положительные. Почему нет? Факультет гражданской и хозяйственной юстиции. Ну, потому что, мне кажется, так будет мне легче устроиться. Не знаю, вот почему-то вот к этому душа лежит. Я обрав соціально-правовий факультет. Ну, хочу пов'язати своє подальше життя з юриспруденцією, хочу бути юристом. Чому саме соціально-правовий? Хочу захищати права людей. Я вибрала юридичний коледж, тому що я мечтаю стати юристом. Мені дуже подобається цей університет. Я много о нем читала в интернете, мне рассказывали знакомые о нем. Много чего впечатлило. Масштабы университета, он очень крупный. Я действительно не часто вижу такие спеціалізовані, якісні університети. Я багато чого читала в інтернеті про юридичну академію. Мені дуже сподобалося те, що тут велике різноманіття факультетів, можна з чого обирати. Я з дитинства мріяла обирати якусь правову діяльність, так як батьки в мене також працюють у юридичній сфері, тому хотілося б побачити, як тут, що тут, поставити якісь питання цікаві. Сегодня Одесская юракадемия обладает самой современной материально-технической базой. ВУЗ является признанным лидером в сфере высшего образования. В университете также открыт факультет психологии, политологии и социологии, факультет журналистики, выпускники которых сегодня трудятся в органах власти и местного самоуправления, ведущих общественных организациях, социологических центрах, региональных и центральных СМИ. Ежегодно более 2000 студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на учебу и стажировки ведущие университеты Европы и США. Студенты юракадемии стали первыми в истории, кто посетил закрытое заседание Венецианской комиссии и лично пообщались с председателем Европейской комиссии за демократию через право Джанни Букикіо. Особое внимание в ВУЗе уделяют изучению иностранных языков. Сегодня юрист, современный юрист должен знать максимум 2-3 иностранных языка, и мы это делаем. Вот они все 6 лет изучают у нас английский, французский, немецкий, сегодня испанский и некоторые другие. Мы даем им такую возможность, чтобы юрист знал не только право Украины, но и знал право Европейского Союза, знал право Соединенных Штатов Америки. И поэтому у нас еженедельно читают лекции иностранные профессора. Также сегодня распахнул свои двери перед абитуриентами Международный гуманитарный университет, факультеты искусства и дизайна, лингвистики и перевода, Институт права, экономики и международных отношений открывают большие возможности перед целеустремленными старшеклассниками. Мне нравится то, что здесь очень хорошо преподают английский язык, германский, китайский, французский, то есть тут можно развиваться в этой сфере. Вот. Ну, как бы я знаю, что тут это хорошо развивается, поэтому я хочу сюда поступить. Мне очень нравятся условия вуза, потому что очень многие вузы в нашей стране построены давно и, соответственно, плохо отапливаются, и с этим есть проблемы, действительно. Мне нравится преподавательский состав здесь. Я знаю, что здесь очень хорошие преподаватели, и мне нравится, что они дают напутствие на будущее, какие-то рекомендации, помогают студентам устроиться в дальнейшем. Десятиклассница из 9-й гимназии Александра Бригас уже набирает 1000 просмотров своими видеоблогами. Чтобы развиваться, решила поступить на специальность кино и телепроизводство. По словам будущего режиссера, такое направление есть только в МГУ. У меня есть канал на YouTube, RayPlank называется. Вот, и у меня там достаточно много работ. Я люблю снимать модели, там музыкальные видео делаю. Есть даже 10 тысяч просмотров. Там. Это, конечно, не очень много, но, по крайней мере, я развиваюсь. Во-первых, мне было бы интересно, я знаю, что тут студенты сами придумывают им мероприятия, поэтому я бы была не против тоже создать какие-то кинофестивали. То есть, это интересно, и я думаю, всем будет интересно.
В Международном гуманитарном университете наивысший 4-й уровень аккредитации. С каждым годом вуз открывает новые востребованные специальности и расширяет материально-техническую базу. Открыты современные спортивные комплексы и стадионы. Начала свою работу ультрасовременная стоматологическая клиника, где студенты медицинского института проходят практику. Близится к завершению строительства еще одной клиники. Президент вуза Сергей Кивалов с гордостью говорит о достижениях вуза. Наш университет очень крепко стал на ноги. И знаете почему? Да потому что мы развиваем и учебный процесс, и мы знаем, как готовить специалистов. И самое главное, материальная база. У нас своя материальная база. Знаете, есть университеты однодневки. Сняли две комнаты или два класса в какой-то гостинице и говорят, мы готовим специалистов. Посмотрите на учебные корпуса, которые у нас есть. А это мы заработали сами. С детальной информацией о преимуществах обучения в Международном гуманитарном университете и Национальном университете Одесская юридическая академия также можно ознакомиться на официальных сайтах вузов и страницах в социальных сетях Facebook и Instagram. Наталья Апара, Дмитрий Богомолов, Юлия Пальнова, Григорий Евич, телеканал «Репортер».